Итак, здравствуйте, народ, и сегодня у нас очередное видео, видеообзор на мой Powerbank, которым я уже пользуюсь больше года. Вот от него вот упаковка, Trusted фирма называется, или как-то по-другому, Urbank. Так, внутри есть аккумулятор. Соответственно, Powerbank, два кабеля. Ну вот, здесь сбоку, в принципе, это все описано. Обещано 20 тысяч мАч, ну, соответственно, 20 тысяч тут нету. Честные, по крайней мере, 15-16 тысяч при моменте покупки там были. Я это измерил с помощью вот такого Charge Doctor. Ну, думаю, с данной вещицей вы знакомы. Она измеряет потребление. Можно с помощью нее емкость измерить и так далее. Довольно полезная вещица. Паковать обратно я его не захотел. Я вам, в принципе, покажу так. Вот один шнур, вот второй шнур. Шнуры я сразу один попытался использовать, второй я не использую. Даже, по-моему, вот этот вот не его родной. Мне так кажется. Родной он где-то уже делся за год. Потому что они короткие. Потому и не использую. Сам Power выглядит вот так вот. Ну вот внизу. Здесь данные. По-моему, один вход на ампер идет, а второй вход на 2 ампера идет. Ну и, соответственно, вход под зарядку. Вот, нажимаете на кнопочку. Показывают сейчас, что он заряжен на 75%. Может, вам в камеру не видно, но мне так видно. И давайте, как обычно, подключим к нему что-нибудь. Ну, например, вот сейчас мобильный не заряжается. Подключаем Powerbank. И мобильный стал заряжаться, стало гореть вот здесь зелененьким. Не знаю, видно, не видно. Чаще всего я его использую для зарядки планшета и зарядки телефона. Планшет любит кушать 2 ампера, телефон 1 ампер предпочитает. Даже меньше. И, соответственно, мне одной банки это и хватает на довольно приличное время. Ну как, пару раз зарядить планшет и энное число раз зарядить телефон. Потому что в планшете емкость почти 5 ампер. Ну почти, это 4,5 где-то примерно в этом районе гуляет. В телефоне, по-моему, то ли 1 с копейками ампер, то ли ближе к 2 амперам емкость батареи. Я уже просто подзабыл подробные характеристики данной батареи, которая находится в мобильном телефоне. Также, в принципе, у него довольно-таки неплохой вес. Какой вес, это мы сейчас с вами сможем проверить. У меня есть весы. Ну, вот такие вот у меня весы. Сейчас мы включили.
Ну, как видите, данный бэнк весит 433 грамма. В принципе, для данной емкости, я не знаю, правдивая, неправдивая, данное показание решать вам. Поскольку здесь, скорее всего, не такое большое количество батарей. Потому что какое-то место должна занимать плата. И мои предположения составляют таковы, что, скорее всего, возможно, емкость правдивая. По крайней мере, была изначально при покупке. С прошествием 1 года я, конечно, не замерял остаточную его емкость, которая осталась. Но мне, в принципе, до сих пор хватает довольно его надолго. Если я найду данную модель в Китае, то оставлю вам ссылку. Если не найду, то, в принципе, просто напишу модель, можете найти в любом магазине. Покупал я его не в Китае, покупал я его в магазине обычном, поскольку в магазине обычном на него гарантия шла, по-моему, 2 года. Но за, по крайней мере, год с ним ничего не случилось. Вот штрих-код имеется с магазина. Ну и короткая, то ли характеристики, то ли мануал. Ну и написано, что он весит 440 грамм. В принципе, свои 440 грамм он практически соответствует. Потому что плюс еще данные веса могут немножко врать. Предположительно. Ну, спасибо всем, кто посмотрел. Данный бэнк, по крайней мере, на сегодняшний день я могу рекомендовать. А там, с прошествием еще года, посмотрим на его дальше поведение. Обошелся он мне порядка $30, вроде бы, если не ошибаюсь, может даже 35, где-то в этом районе. В Китае, возможно, он будет стоить дешевле. Ну, для зарядки телефона, того же самого планшета, незаменимая вещь. Единственное, вот у меня, вы видели ранее обзор, есть Mi Band часы, точнее фитнес-браслет. И он почему-то, если заряжать только одного его, он выключается, Powerbank, и он просто его перестает видеть. Сильно слабое потребление. Ну, это сугубо такое. Поскольку, скорее всего, если вы будете эти фитнес-часы заряжать, либо что-то такое другое, которое мало потребляет, вы можете подсоединить такой, как телефон, который потребляет намного больше. И, соответственно, заряжаться будет и то, и то. Ну, всем спасибо, кто посмотрел. Пишем свои комментарии. Ставим лайки, дизлайки. Снимать какое-то видео с действительно тестированием данного пауэрбанка я не считаю за нужным, поскольку, еще раз скажу, что прошел год от его покупки, и мало ли что с емкостью случилось за год. Но, в принципе, данная его емкость сейчас меня устраивает, потому я не считаю, как бы, сильно это интересным.
Та и сидеть потом долго монтировать с помощью вот этого чарджер ваттметра, как он там правильно называется. Замерять его сейчас емкость и насколько его зарядок, тестировать телефона хватает, а насколько планшета, соответственно, интереса никакого нет. Скажу так, что сейчас, в принципе, планшет хватает раза на два зарядить, плюс к этому еще раза два-три телефон зарядить. И в итоге аккумулятор садится. Но это с учетом того, что у меня планшет, аккумулятор там почти 5 ампер. И в телефоне почти 2. А раньше хватало немножко на больше. Ну, всем спасибо. Всем пока.